цветов, улыбок и поздравлений начался рабочий день известного ишимского хирурга Николая Болтунова. Коллектив поликлиники поздравлял коллегу с 80-летием. Почти полвека юбиляр отдал своей профессии. Он и сегодня в строю. Операции не проводит лишь последние 15 лет, применяет свои знания в профилактической медицине. Мы вам все желаем огромного-огромного здоровья, оптимизма, работоспособности. Я еще раз повторяюсь, замены пока нет. Николай Евгеньевич родом из Ишимского района, в свое время окончил Омское медучилище, затем Тюменский мединститут. За свою жизнь провел 1000 операций, считает, что работоспособность в столь почтенном возрасте обусловлена генетикой и желанием приносить пользу людям. Любовь к человеку. Это самое главное, чтобы спасти его, как бы дать ему продлить жизнь. Это самое главное, я думаю, потому что человек и рождается, чтобы жить, творить чудеса.